Всем привет на канале All Дачман. Сегодня мы с вами вновь продолжаем тематику миграционной политики Германии, работу э, органов правопорядка и стремление разных левых организаций, скрывающихся под громкими демократическими именами, э, повредить работе сотрудников правопорядка. Так вот, сегодня мы с вами рассмотрим один случай произошедшие в земле Северной рейн в городе Нойс 8 марта этого года. Сотрудниками земельного криминального управления земли Баден-Вюртенберг был проведен рейд по поиску человека, причастного к, террористич... к участию в террористических организациях и организовывавшим террористические акты. Рейд был проведен в одном из лагерей, в котором содержатся несовершеннолетние мигранты, над которыми ведется надзор от Югентамт, потому что они прибыли в Германию сами без родителей. Значит, поиск этого человека проводился во многих местах в этой земле, в том числе и в этом лагере. Так вот, после того, когда был проведен рейд полиции в этом лагере, сразу же появилось 8 гуманитарных организаций, написавших совместное заявление в суд о том, что полиция не имела права нарушать законы и конституционные права и демократические и фундаментальные права, как они это сказали, вот этих вот мигрантов. Чем они это обосновывают? Сначала о вот этих вот организациях. По сообщениям газеты Райнеша Пост, Рейнская почта. Организации обвиняют полицию в серьезном нарушении конституционных прав и демократических основ. То есть полиция ворвалась в этот лагерь в масках. Это было очевидно, так они и пишут в заявлении. Очевидно также то, что полиция использовала оружие. То есть они не стреляли, но они были с оружием. Это тоже они пишут, что было очевидно. И некоторых детей, дети по 18-19 лет, у некоторых таких детей уже дети есть свои собственные, и некоторых детей полицейские вынуждены были связать, ну, связать вряд ли, скорее всего, надеть наручники, они же не террористы, чтобы связывать их веревками, связать для того, чтобы те э, успокоились и получили психологическую травму. Так вот. Противовес вот этому, вот этому заявлению от восьми организаций, представитель земельного криминального управления Земли Баден Вертенберг Юрген Глодек сказал, что когда проводятся антитеррористические рейды, целью которых ставится поиск личностей, причастных к террористическим организациям и участвующих в террористических актах, обычно полиция использует маски. Обычно, как это неудивительно, он говорит, все полицейские находятся при оружии. И даже в случае возникновения опасности сотрудникам полиции могут быть использованы наручники. Никаких конституционных прав полиция в данном случае не нарушала. Что же говорят сотрудники прокуратуры и суда? Они сразу отклонили заявление всех этих восьми организаций указав на то, что это заявление является собой безосновательным и не может быть рассмотрено в суде как заявление, подпитываемое со стороны якобы нарушением прав человека и дискриминацией людей, прибывших в Германию. Однако возникла еще одна организация, как сейчас я вам прочитаю название этой организации, чтобы не сбиться с этого громкого названия – эта организация называется Комитет по фундаментальным правам и демократии. Так вот, эта организация заявила следующее, что демократия в стране измеряется отношением правительства и людей к тем людям, которые заслуживают убежища и обязаны быть признаны беженцами. А в нашей стране о демократии можно уже забыть, так сказала вот эта вот организация. Комитет по фундаментальным правам и демократии. То есть эти люди согласны с тем, что среди вот этих вот подростков или уже, скажем, взрослых людей, по некоторым понятиям это дети, мы дети своих родителей, даже до самых седин. Так что тут слово дети понятие растяжимое. По мнению вот этой вот организации, эти дети вновь были подвергнуты, скажем так, вооруженному нападению со стороны, они вновь получили психологическую травму, и в Нойкирхене организация по оказанию психологической помощи заявила открыто, что она будет работать со всеми этими подростками, чтобы восстановить их, реабилитировать их в психологическом состоянии и помочь им поскорее избавиться от повторной психологической травмы, которую они получили в результате вот этого внезапного полицейского рейда, когда полицейские в масках и с оружием ворвались в этот лагерь и искали возможного террориста. То есть, когда получается, что сотрудники правопорядка стараются выполнять свою работу, не переходя границы дозволенного, то появляются различные левые организации, которые пытаются вставлять палки в колеса этой системы и навредить самой системе. В том же случае пытаются навредить самим себе. Хорошо, что суд отклонил заявление вот этих вот восьми организаций. То, что вот эта вот контора, которая будет оказывать психологическую помощь, будет заниматься своей непосредственной работой, пусть занимается. Заодно, пусть и не объяснят вот этим вот детям 18-19 лет возраста, что в Германии существуют определенные порядки и законы и традиции. И согласно всем вот этим даже конституционным параграфам, в Германии запрещено на улице продавать наркотики, в Германии запрещено кидаться на людей с ножом, запрещено обзывать и оскорблять людей на улице абсолютно незнакомых с тобой. Пусть эта организация во время своей работы по психологической обработке вот этих вот ребяток объяснит им правила поведения на улице, правила поведения в демократическом обществе, как вот этот вот комитет по фундаментальным правам и демократии Громкие заявления кидать они мастера. Но когда касается дела, когда касается того, что эти граждане действительно скрывали в комнатах своего лагеря людей, которые причастны к различным органи... организациям различных террористических актов или даже являются членами каких-то крим... криминальных группировок или террористических организаций, то пусть вот этот комитет учтет и это. Прежде чем в следующий раз писать заявление о том, что полиция ай-яй-яй вела себя неправильно и нехорошо. То есть, получается, по факту, полицейские должны были ворваться, не ворваться, пардон, не ворваться в здание этого лагеря а в масках и с оружием. Они должны были надеть на себя карнавальные костюмы надеть на себя клоунские кепки, вместо оружия взять тортики и букетики с цветами, войти и с, улыбком, с улыбками и с хохотом поздравить всех ребятушек с тем, что начался антитеррористический рейд, ребяткам ничего не грозит, пусть пока ребятки покушают тортики, понюхают цветочки, а полицейские в форме клоунов будут думать, где же мог спрятаться террорист. Примерно так и будет все это обстоять по мнению вот этих вот организаций по, фунда... по защите фундаментальных прав и демократии в стране. Если они хотят защищать демократию в стране, так почему же они не борются с радикальным исламом, который бегает по улицам с ножами, режет полицейских, режет простых граждан, насилует женщин и девушек по ночам? Почему они не борются с ними? То есть это когда мигранты нападают на коренное население, нападают на людей, из налогов которых им платят пособия, это не считается нарушением прав человека, это не считается получением психологической травмы, это не считается нарушением фундаментальной демократии. А когда полиция в ходе проведенного рейда врывается в лагерь для беженцев по подозрению о том, что в этом лагере может находиться террорист, это тут же воспринимается на ура всеми желтыми средствами массовой информации и вокруг слышатся крики, что ай-яй-яй, этих мигрантов обидели, оскорбили, нарушили их человеческие права. Какие-то двойные стандарты, честное слово. Но как бы там ни было, полиция выполняет свою работу и дальше будет выполнять свою работу. И в заключении этого выпуска я хочу вам сказать, канцлер Шольц отдал распоряжение о том, чтобы границы Германии с Польшей, Чехией, Швейцарией были закрыты до апреля следующего года, с Австрией до конца ноября этого года. На время проведения Олимпиады во Франции граница тоже находится под усиленным контролем между, между Францией и Германией и будет оставаться под усиленным контролем до апреля следующего года. Так распорядился бундесканцлер, потому что ему предоставили статистические данные, сколько полиция задержала нелегалов, пытающихся во время проведения чемпионата Европы по футболу проникнуть в Германию. И он, в отличие от нашей дрожайшей Нэнси Фезер, был в шоке от этих цифр. Поэтому он дал распоряжение на усиленный контроль государственной границы. Вот это мы приветствуем. Вот это мы приветствуем. Иногда у нашего бундесканцера действительно проскальзывают логически построенные цепочки в отношениях внешней и внутренней политики страны. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями и всем удачи. Пока.